Приветствую всех на проекте под названием Мисс Саба. Да, у меня были здесь некоторые планы. Я хотел начать тут сериал. Да, за кадром я строил себе два домика. Нет, не один. Мне помогал в этом еще один ютубер. И я построил один домик, и он начал строить тоже второй домик. Но, к сожалению, некоторые планы у меня оборвались. У меня забрали посох дракона. Это та, которую я сделал с креатива. И бассейн мана, который я тоже сделал с креатива. Хотел потом выбросить, но, видимо, они решили это сделать заранее, и, блин, вся мотивация куда-то пропала. Я старался, строил эти дома, да, все я понимаю, то, что это нечестно, здесь что-то из креатива, но я же обещал все это потом выбросить. Ну вот, официально я заканчиваю играть на проекте под названием Мисс Саба, да, за кадром я там довольно много играл, но, к сожалению, вот так получилось. Что, всем спасибо, кто видел это. Кто досмотрел видео до конца, тот молодец. По крайней мере, напишите в комментариях, что вы досмотрели до конца. Всем спасибо и всем пока. Наслаждайтесь роликом, которого, возможно, могло и не быть. Увы. Всем пока.